Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живот даровав. Исповедайте, Господь. Сердечно приветствую всех членов Священного Синода на очередном заседании в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода, в тех стенах, где наши благочестивые предки принимали участие в важнейших решениях, касавшихся жизни Церкви, Отечества нашего. Я всегда чувствую какую-то особую атмосферу вот в этих помещениях. И само проведение заседания Священного Синода наводит на очень многие мысли. И в первую очередь на мысли о том, а зачем все это нужно было разорять? Зачем все это нужно было уничтожать? Зачем нужно было столько убивать людей, творить разрушений, потом вкладывать колоссальную энергию в то, чтобы восстановить, когда все, по милости Божией, возвращается на круги свои? Вот те же самые мысли посещали многих из нас в день освящения храма Христа Спасителя. И один из зарубежных архиереев, который тогда стоял рядом со мной, произнес в точности то, что я сейчас произнес. Зачем все это нужно было делать? Это подобно детям, которые тянутся к огню, и пока не обожгут ручонку, никакие увещания родителей не действуют. Но Церковь – носитель исторической памяти, в отличие от любой другой институции общественной. Она не просто является рациональным носителем памяти. Для нее память – это часть предания, священного предания, куда включается не только фиксация событий, но и их духовное толкование. И поэтому мы должны и сегодня открыто говорить нашему народу, передавая ему в том числе и опыт Церкви, о том, чего всячески надлежит избегать. И по какому пути следует идти, чтобы страна шла вперед, а не обрывалась в пропасть, или не уходила в сторону от пути, теряясь в темных лесах или в болотах. Мы должны возблагодарить Господа за все то, что сегодня происходит в нашем Отечестве, за возрождение веры, Церкви. И когда я говорю об Отечестве, имею в виду всю историческую Русь, и Россию современную, Украину, Беларусь, Молдову, страны Средней Азии. Все те пространства, где Русская Православная Церковь несет свое служение. Мы должны возблагодарить Господа и, с другой стороны, продолжать наши молитвы и усилия, чтобы путь, исторический путь нашего народа, был ясным, прямым и направленным к достижению тех целей, которые Бог благословляет. Тогда на этом пути не будет тех разрушений, которые с энтузиазмом придется преодолевать следующим поколениям. Я с особым, как я уже сказал, чувством открываю эту сессию Священного Синода Русской Православной Церкви.